Есть гонка, есть накал между спортсменов, видно сразу. Не будут они медлить, не будут они защищаться, а они готовы сегодня на День защитника Отечества порадовать нас очень-очень хорошим боем. Итак, прямо разведка боем сразу же идет и жесткий-жесткий обмен ударами. Хорошо, Расул, хорошо. По уши. Все. Встречай, ломай атаку. Левый-левый сходи. Левый-левый. Тыкай-тыкай. Хорошо. Не вались. Выпрямись, выпрямись. Хорошо, давай, давай. Сам начни. Хорошо, еще. Еще делай. Хорошо, падай. Так, концовочка первого раунда тоже напряженная. Бойцы наши стараются. Итак, зрители, поддержим наших бойцов. Молодцы, сегодня ребята все отлично подготовились. Хороший, давай. И болельщики тоже болеют за вас, бойцы, ведь это чувствуют всегда поддержку и стараются показать вам настоящий зрелищный бой. Попадай, поуже, вот так. Хорошо. Давай, еще. Давай, устал. Зашел. Давай, провали, вот так. Хорошо. Итак, это первый раунд. Хорошо, Расул! Давай, сжимай там его! Давай, Расул! Вот так! Давай! Хорошо! Снизу начни арку! Хорошо! Давай, Артур! Расул, давай! Хорошо! Левый попал, надо правый сразу. Вот так. Разверни. Оттолкни сразу двоечку. Хорошо. Все, ручки на месте. Итак, очень хорошо выкладывается на полную бойцы. Давай. И ставят защиту замечательно. Идут удары в голову, хорошие акцентированные удары. Хорошо, хоть шлем спасает. Замечательно, что думают о здоровье бойцов на этом турнире. Все-таки дружеские матчи здесь проходят у нас. Вот, работает, Расул. Все, в углу работает там, не отпускай. Левый, сходи, руки вышли. Давай. Вот так, хорошо. Умничка. Давай третий раунд дорабатывай. Хорошо, еще. Давай, там. Хорошо, руки выше. Давай, Расул. Около канат, поработай. Держи. Два этажа. Давай, Расул. Поработай, вот так, хорошо, еще. Давай, вот так. Еще. Ручки на месте, все ровно. Хорошо, умничка, надо наказывать. Поуже снизу пробей, вот так, повали. Расул, концовка, надо пробить. Руки выше. Провалил сразу на двоечку. Давай, Расул, поуже. Хорошо. Давай, Расул. Попадать надо. Давай, Расул. Двоечку. В конце давай поработай, Расул. Расул, давай. Пробивай. Давай, руки подними.
Вот так попадай, падай, концовка. Все хорош, еще. Еще нужно. Гвоздь зайди. Провалил хорошо, еще. Раздельным решением судей одержал боец в красной майке Бочаров Андрей! Аплодисменты, дорогие друзья! Равный, хороший бой! Спасибо большое! И награждает заслуженный тренер республики Татарстан Царев Павел Николаевич! Итак, примите награду и, конечно, памятное фото! Медали, диплом и памятное фото. Ну что ж, а у нас готовится пара номер 5. Яшин Алексей и Грабар Никита. Пара номер 5.